Вооружившись удочками и наживкой, рыбаки расположились вдоль берега реки Уфы. Расстояние между участниками соревнований несколько метров. Хоть они и соревнуются, но стараются не мешать друг другу. Здесь удильщики-любители и профессионалы. Самому маленькому рыболову 6 лет. Возраст самого старшего 74 года. С детства рыбачили. У нас в деревне Голенищево пруд был. Он и сейчас есть. Значит, рыбачат и сейчас там рыбаки. Карп, ленек, щука попадается. Здесь же удача улыбается немногим. Анатолий Андреев часто приходит на берег Уфы закинуть удочки. Говорит, что сегодня поймать рыбу не так-то просто, но все же своим уловом он доволен. Нормально, штук 10 он поймал. Гарлики. Пока рыбаки занимаются любимым делом, гости праздника по традиции проводят на берегу реки субботник. Красноуфимцев поддерживают творческие коллективы города. С песнями да танцами. И очищать природу от мусора, и рыбачить веселее. Спустя 2 часа борьбы за лучший улов начинается взвешивание рыбы. Участники замерли в ожидании. Кто же станет победителем? Счастливчиков оказалось много. Так же, как и номинаций. Например, первое место в командном зачете занял отряд «Сова». Капитан этой команды Павел Рожков говорит, что был уверен в победе. Я поймал рыбок 6 или 7. Второй у нас... Другой второй в команде поймал больше, удочек. Он занял первенство, первое место. Ну, плохо клевало. По сравнению с 7 годом клевало плохо. 11-летняя Настя поймала первую рыбу раньше остальных рыбаков и тоже стала победительницей. Первая рыбка, я поймала первая. Вот. Ощущения классные. Вот. Подарков хватило всем. Участников соревнований наградили сертификатами, медалями, грамотами. Что самое приятное – новыми удочками. А потом все присутствующие отправились варить на костре уху. Ну, в общем, уха вкусная. Я особо еще не распробовала, но надеюсь, что она в конце будет сам еще вкуснее. А в завершении праздника гостям показали сценку. Как рыба-охрана задерживает браконьера. Чучело нарушителя подожгли на костре, тем самым показав, что ему не место среди настоящих рыбаков. Хочу пожелать вам ловить только удочками, только за разрешенными снастями, дружить с правилами рыболовства и не встречаться на ноте протокола с государственным инспектором рыбоохраны. Ксения Иноземцева, Марина Агалакова, Интера ТВ.